Всем здорово, с вами не Эдвин, с вами Батёк. Я сейчас поднимусь к Эдвину в комнату. Это что-то будет рум-тура. И между делом вот сейчас привезли посылку, Эдвин что-то там заказал. Мне даже интересно, что это такое. Пойду ему это все дело отдам и посмотрим, что у него в комнате. Потому что в предыдущем ролике вы там увидели рум-тур, где там летали мухи. Посмотрим, исправил ли Эдвин эту ситуацию. Всем привет. Что там? Тебе что-то привезли. А, я понял. Короче, это я, если что, заказал сайт этот, как там, подставку, в общем, для джойстиков, телефона там. Молодалориан, в общем, до сих пор не могу это выговорить. В общем, челик это из Звездных войн. Mm-hmm. Вот. Также этот челик Молдалориан есть у нас в Фортнайте в боевом пропуске. Так что он реально прикольный. В Фортнайте есть? Да. У нас тоже это обновление вышло со Звездными войнами. И он там тоже есть. А, прикольно. Вот. Так что, кстати, рум-тур, да, что-то там я слышал. Ты да, срач-тур. Срач-тур. Срач-тур нету, нет? Нет. Уже что-то почище вроде стало, да? Куда-то все исчезло. В предыдущем ролике посмотрите, как было очень-очень чисто у Эдвина в комнате. Ну, в общем, сейчас у Эдвина почище вроде стало. Есть еще, полы еще, наверное, замыть надо, да? Ну, как залить, помыть? Задумал. Все. Так что сейчас здесь чисто. Носков вроде нет. Или я их опять спрятал. Да, или ты что, куда-то нет, убрал? Да, нет? Нет, в корзину. А, тут они? Нет? Может, здесь? А вот что ты не убрал, нифига. А, мусор. Точно. Да, мусор это до следующего года, наверное, будет лежать. Чего это? Пока не скопится, прям впритык. Да. Что-то изменилось здесь у тебя? Ну, вообще, подоконник изменился. Тут поставили мини-елку, а потом вот такие вот фонарики в виде звездочек. Они ночью хорошо смотрятся. Также колпачок такой, или типа конус. В общем, типа мини-елка. Нет, мама поставила. Да. Вот. Елочка у тебя, да, своя есть. И ждун, который ему уже несколько лет, и он все время в разных образах. Короче, чего-то ждет. Да. Ну, кстати, вот это тоже сочетается тут. Ну да. Ну что, давай тогда распакуй, посмотрим. Давай. Мне просто интересно, что это такое. Что это за штукенция такая? А на улице вон метель метет. Зима, красота. Резин? Так, давай. Не хочет доставаться. Нет. Так. Разорви коробку, да еще что. Неудобно так аккуратненько все открывать. А, вот, да, тут разорвать надо было. Вот это вот. Коробка-то тут не нужна, она так. Все. Тут ничего нет? Нету. Вот здесь можно геймпады ложить даже. Да, геймпады, о, телефоны. И тут, кстати, смотри, круто. Две подставки. Угу. И телефон можно, и геймпады. Крутяк. Угу. USB в комплекте, смотри. А, нет, Type-C. Угу, прикольно. А, тут несколько, смотри, несколько штук. Что? Получается, ну, разъемов несколько, не один. На два, наверное, ну, разъема, смотри. USB и Type-C. Ну, ты распакуй, да, посмотрим. Да. Оба варианта. Круто. Так, а ну-ка, давай теперь самого его посмотрим. Прикольно, да? Смотри, в общем, эта подставка крутится на 360, то есть вокруг своей оси. То есть можно вообще поставить
Вот так можно поставить джойстик, как я понял. Угу. Ну и планшет. Телефон, давай. Попробуем. Так, сейчас. О, круто, да? Угу. Вообще ништяк, как чего. Кстати, мне нравится, что они такой уж и большой. Я здесь. Что нравится? То, что они такой уж и большой. Вот, допустим, Халк, он у меня подойдет больше для джойстиков. Угу. А чтобы рядом с тобой монитор не загораживал, вот как раз таки вот он может подойти. Ну да, круто. Ты здесь его будешь или там еще в комнате? Лучше, наверное, в геймерской. Потому что у меня там коллекция всяких вот таких вот игрушек. Вот туда поставлю. Круто. Вот так и хочу. А вот так, наверное, это что? А, стой. Вот так телефон, что ли? Нет. Это, в общем, как хочешь, стоять. Я думаю. Как тебе надо. Можешь, да, можешь и так. Типа он вообще держит, да? А, такой ему без разницы, смотри. Чувак странный, да? Кстати, он где находится у нас? На чем сидит? Какая-то... Опа. Ну-ка. Гайз. Чего-то там гайз. А провод куда-то подключается, вот, да, или он думаю... просто... Нет, по ходу дела, провод сюда не подключается, он отдельно идет. Типа, а к чему? Интересно. Так, не знаю, надо посмотреть. Может быть, вот это как-то откручивается. Нет, им, просто, наверное, провод положили отдельно. Ну, он было? Не подключается, а чисто вот тебе... Отдельно подрубить и поставить. Да, потому что здесь нету такого, что где-то провод к нему подходит. Ну, тогда вообще просто. В общем, заморачиваться не надо, потому что ты же с этим проводом будешь возиться, если бы он подключен. Ну да, ну. А так ставь куда хочешь. Не, было бы прикольно, если бы еще они вот сюда дырку такую провели, провод, и типа, знаешь, через его руку подключается энергия. Как бы креатив небольшой. Ну и так, в принципе, тоже нормально. Ну да, круто. А на улице еще круче, да? Когда зима. На улице, да. Снег метет. Кстати, может, смотри. Взял так, перевернул. И как ему этот портфель такой, оп. А, сзади еще. Типа того, да. Можно вообще сзади так поставить, да? Да. Это знаешь, наверное, как можно? Чувак, типа, за собой несет. Портфель. Но даже не видно. Там, когда, допустим, у тебя геймерский стол, и кто-то спереди может смотреть, ты, наверное, вот так поставил, спереди видно лицо его, самого персонажа, а сзади твой телефон. Типа, чтобы заходили в комнату и видели этого чувака. Ну да, круто. Ну, а если у тебя вот такой стол, то, что спереди ничего нет, ты можешь вот так взять, вот так, оп, перевернул и поставил. Все, такой вот, ребята, рум-турчик между делом еще и... Я на распаковку сделал. У Эдвина еще есть там подсветка. Прикольная, да? Меняется. Сейчас свет выключим. Круто, да, вообще смотрится? Могу разный режим поставить. Есть чисто белый моркающий. Есть вот разноцветный. А, нет. Да. Так что вот такие вот, ребят. Дела. Ну и если кто-то захочет приобрести такую же подставку, то ссылку могу оставить в описании. Подписываемся на канал, ставим лайки. Всем удачи, всем пока.